Добрый день, дежурный по жизни латвийского телевидения слушает. Во дворах многоквартирных домов жильцы чаще говорят, что есть две проблемы. Это негде припарковать машину и разбитые дороги. Если с парковками еще можно кое-как смириться, то с разбитыми дорогами жильцы не готовы мириться. Ежедневно проезжая по таким ямам, на ремонт машины в итоге уходят немаленькие деньги. Светлана спрашивает. Устала ремонтировать машину. Других дорог к моему дому нет. Кому обратиться, чтобы эти ямы залатали? Во-первых, жильцам нужно понять, кому принадлежит земля, на которой находится объект инфраструктуры. Если эта земля принадлежит частным лицам, самим владельцам необходимо привести в порядок дороги. В свою очередь, если земля принадлежит самоуправлению, нужно обращаться в свою районную исполнительную дирекцию с запросом о строительных планах. Тогда конкретная исполнительная дирекция предоставит ответ.